Никому не нужный блог. Всем привет, с вами никому не нужный блог. А многие из нас любят отрывать этикетки. Но сегодня мы узнаем, как их наклеить. Для этого заедем в пару мест, заберем пару вещей. А если честно, гораздо больше нравится снимать на эту камеру. Потому что так картинка намного интереснее. И это все Lumix. Спасибо. Хоба. 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 Запишу туториал. Короче, с экранника эту штуку откручиваешь, вставляешь сюда этикетку, прижимаешь ее. У меня есть видос, как надо заправлять правильно этикетку. Ну, я тебе могу скинуть. А, ну хорошо. Новый сорт. Тайна какая-то. Это смузи. Пивной? Да. Черника, черная смородина, можжевельник и крыжовник. Круто, блин. Так... Вот этот прибор. Это Brew Division. Реальный. Папа одобряет. Пасхалочка. Ой, красота какая. Вот тут должен быть зазор. Так, я заканчивается. Вот. Так, значит, тут у нас рулончик с этикетками 500 штук. Ну, вот такой вот зяби. Надо протянуть ее по всем жилам. Включить агрегат. Нажал, прижал, наклеил, отпустил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А где 10? Меня прозвали считалкой, потому что я люблю все считать. Ну давай, друг, последнее. Сейчас запакаю. Оп. Скретч-коды пришло время клеить. Подписано вручную. А потом так шк-шк-шк. Опа! Скретч! Победа! И кажется, что тут написано лох, но потом стираем чуть дальше. И оказывается, что это вовсе не про нас, а про тебя, друг.